Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, сегодня новенькая серия Euro Truck Simulator 2, и вы не удивились, надеюсь, потому что сегодня у нас будет легковая машина. Мы едем в Казахстане, и я решил быстренько пролететь маршрут, места, которые я не затронул, места, где я не был еще на грузовике, чисто пролететь их быстренько на легковушечке, поэтому подобрал сегодня вот такой вот Mercedes C-шка 63-й. Купе, я думаю, что будет очень быстро и очень круто. Давайте посмотрим, что тут есть по тюнингу. И, ребят, кстати, пока я не начал тюнинговать этот Мерс, не забывайте, что по ссылочке в описании вы можете купить самые крутые игры, лучшие новинки по очень низким ценам. Мы всегда стараемся для вас, делаем постоянно акции и скидки. И вот именно сейчас действует акция, когда скидки максимальные. Плюс еще небольшой подарок, так что переходите по ссылке в описании и затаривайтесь, пока есть такая возможность. Так, ну что, что у нас? Двигатель, трансмиссия, короче, что тут можно поменять? Двигатель, ага. 470 кобыл, вот это я понимаю, это уже, ну, что-то интересное, хотя мне казалось, что в нем больше, ну, хотя 470, это серьезный показатель. Все-таки C-шка, ну не такая уж и большая машина, я думаю, нормально будет переть. Трансмиссия у нас 8-ступенчатая ДКТ-шка. Салон один, блин, а кайфовый салон, смотрите, какой классный. Вообще кайф. Что еще? Цвета. Серебристый металлец вообще, прям кайф. Подождите-ка, какой цвет меняет? Вайме, что за цвет? Не, ну красный баварский, бля. А, это отлив такой. Ну давайте, давайте, такой серебряночка такая. Ой, можно хамелеончика замутить, посмотрите как. Ну нет, 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 все-таки пускай он будет красный. А вот этот мы, может, чуть-чуть... Нет, все-таки вот такой вот пускай будет нормально. Дальше, что по аксессуары? Какие аксессуары у нас тут могут быть? Никаких, никаких. О, пожалуйста, есть колесики другие. По-моему, эти топовые, которые стоят тут. Черные, да, смотрите, он красный, на черном круто смотрится. Причем, короче, я думаю, нет смысла менять. Здесь ничего, тонер нельзя поменять, ну, в плане добавить тонера. Здесь у нас есть монитор, здесь у нас есть зеркало, видимо. Так, и по сути все, больше ничего нельзя поставить. Ну и ладно, давайте не будем на этом заморачиваться, как бы так принимаем мы все это дело. Купить. Так, выбрать гараж, гараж. Где у меня гараж? Уральский. Подождите, а где гараж мой? Что, у меня ни одного гаража нет, что ли? А. Блин, пульсари, да? Ага, вот. В Атырай. В Атырай мы, короче, сейчас отправим его. Фух, ну надеюсь, что что-то получится у нас. Теперь мы идем в... Так, где у нас грузовики? C63 и за руль. Ай! Так, сейчас отменим груз мы здесь с вами быстренько. И сядем за руль. Потому что, ну, надо долететь уже трассу эту и дальше двигаться. Хватит, хватит здесь. Мы уже долго просидели на этом месте, уже хорош. Погнали дальше. Так, давай, давай, давай. Уральск, Алга. Давай, отменяйся уже, блин. Сейчас мы долетим обратно до Уральска. А, прикольно тут. Бутерброд не доел, улетел с трассы. Ёлки-палки. Печаль, какая беда просто. Так, отменить задание, получается, да? Половину мы отдали. От того, что могли заработать. Все, теперь... так, 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 грузовики. И садимся на цешечку. За руль. За руль. Да, я уверен,
Очень хочу сесть за руль Цешки. Посмотрим, что вообще такое, как она вообще поедет. Интересно, интересно прямо. Надеюсь, все будет работать. Надеюсь, без багов, без глюков, как это часто бывает в ЕТС. Ох ты же, ё-моё! А где мы? Где мы вообще? Так, я предлагаю как-то в сервис нас буксировать, да? Да, давайте в сервис нас отбуксируем, мы поймем, где мы вообще находимся. Но что-то такое ощущение, что мы где-то в Европе там, да? Скорее всего. Скорее всего, где-то в Европе мы с вами очутились. Нельзя так просто взять и прокатиться на Мерсе, ну, чтобы вы понимали. Эх, елки-палки. Все у нас не так просто с вами. Ну, если в Европе, значит, по Европе прокатимся. Так, для ремонта. Не надо мне ремонт никакой. О! Ух ты, звук какой крутой. А че он сам заглох, почему? А че он глохнет-то? Это старт-стоп типа так работает? Что-то я не понял. Ну, тачка прикольная, по-моему. Так, а где мы находимся-то? А, ну понятно. А, ну понятно. Все понятно с вами. Вот мы где находимся. Где-то. Где Казахстан? Покажите Казахстан. Вот Казахстан. А мы вот здесь с вами. Что-то не в порядке как-то, как доехать. Дорог нет. Пацаны, дорог нету. Так, ну что, затестируем сейчас тогда. Затестируем сейчас. Блин, что-то яростное дерьмо. Я не понимаю, почему он глохнет при торможении. Смотри, смотри, Шкода, Шкода, Шкода затягалась тоже. Ну куда ты, Цешка? 63-я. Так, ну мне не нравится, что она глохнет. Возможно, это что-то с настройками. Но в целом, смотрите, ну... Да что там, подпинулся сейчас или что случилось? Я не понял. Что произошло-то вообще? Что-то он не прет, по-моему, да? Какая скорость? А, ну нет, прет. А что с ним происходит? Ё-моё, убрался! Что-то я не понимаю, что с коробкой у него. Он дрифтовый еще к тому же. Ничего не переключается. Не, вообще ничего не переключается. Скорость какая? Не понимаю. Слушайте, что-то с ним подпинывается он по чуть-чуть. Просто развалило. Ну, какая-то непонятка, если честно, вообще происходит. Потому что я так, ну, давлю нормально, получается. Ну, как давлю в плане? Еду я нормально. А он что-то порой бывает у него. Выкидывает какой-то. Приколяса какие-то выкидывает. О, смотрите. Что это сейчас было? Видели, он подорвался как... Да, 160 прием. Посмотрим, сколько максимум попрет. О, опять, опять, опять. То ли это... Да куда ж тебя понесло? Ух. Жестко, жестко. Слушайте, ну жесткая тачка. 63-й, что хотели? Вообще прет, конечно, дурман.
Ё-моё. Да куда? Его носит прям как ненормального. А звук шикардосный просто. Но едет он как кусок дерьма. Я даже не хочу его в Казахстан перевозить, потому что, ну, это бессмысленно. Это просто шляпа какая-то, а не машина. А выглядит идеально. Вот как он... И звук у него такой. Ну, смотрите, просто. Уносит. О-о-о! Подорвался просто. Не, он, конечно... Разговоров нет. Он десятку нагребает просто вот. Так, я его разбил. Давайте попробуем его починить. Может быть... Дело все в починке, может быть, надо его починить просто. Подожди, давайте попробуем мотор другой. Давайте реально попробуем мотор другой поставить. Возможно, дело в моторе. Ну, всякое же бывает, правильно? Короче, мы найдем тачку, которая сможет нормально повалить по Казахстану. И все, и сделаем красивые вещи, я вам так и скажу. Потому что, ну, по-другому вариантов я не вижу. Других вариантов просто нет. То есть, или так, или вообще никак. Найдем тачку, которая валит, ее перешлем в Казахстан, и там уже сделаем красивые движения. Так, сервис, ремонтируем все. И теперь тюнинг. Так, двигунчик, меняем двигунчик, оплатить. Все, ну, типа двигун этот менее такой получается, яростный. А звук такой же остался. Ну, слушайте, в принципе, он неплохо, да? Вообще неплохо дубасит вроде как. Ну, как сказать. Нету такого прям подрыва у него, 800 лошадей, там, уже такого вот. Пока, в принципе, едет, но не особо, не могу сказать, что прям дубасит. Так как-то едет. Давай, попер. Ну, что-то сдувается, смотри, 130 сдулся уже, все. 130 сдулся, а мы сейчас не поедем вперед. Так, мы уходим сюда. Не. Машина, ну, конечно, бесспорно красивая. Почему глохнет он? Почему глохнет она, я не могу понять. Реально глохнет. Что за приколы такие? Нам бы, конечно, место какое-нибудь попробовать бочком раздать. Вот хочется проверить, как она вообще пойдет и пойдет бочком. Пошла. Поехали куда-нибудь. Сейчас найдем, может, какое место пошире, чтобы попробовать пятачка крутануть. Смотрите, он... Я не могу грузовика сделать. Вот здесь широкое место. Ух ты, ё-моё, вот это убрался. Ну слушай, ну что-то, ну, не прет. Чуть сломался у меня. О, я понял. Мы его опять вернем. Мы его сейчас там отремонтируем и на месте попробуем. Там же площадка хорошая, мы просто на месте его попробуем бахнуть. Такс. Я надеюсь, получится что-то у нас. Если нет, ну просто забракуем ее и всю эту машину, и будем что-то другое искать, потому что, ну камон, ну ладно вам, бросьте. Хочется уже что-то нормальное. Давай, давай, грузись, давай, быстрее уже, все, ну для ремонта, да, да, все понятно. Все-таки давайте ставим этот мотор, который 470 кобыл. В принципе, если вот она хотя бы пятака крутанет, ну уже что, о чем-то можно говорить. Ну потому что так, ну это просто
Это просто, ну, смешно как-то, я не знаю. Выглядит идеально тачка. Ну, ну куда, ну камон. Все понятно. Все понятно. Когда вторую переключил. Ну это Мерседес, что вы хотели? Я вот смотрел у Цареградцева ролик, типа, почему на Мерседесах не дрифтуют. Ну вот почему не дрифтуют. Ну вот почему не дрифтуют, блин, все. С меня хватит этого. Я прям топил за Мерседес, думал, тачка будет просто лютый пожар, реальный. Я прям очень хотел, чтобы она перла. Я хотел на нем реально весь Казахстан пролететь по бырику. Ребят, ну это смех. Это просто курам насмех, как говорится. Ну что это такое? Ну что это? Да ну его нафиг, этот Мерседес. Ну что это? Ну, не, ну это просто ни в какие уже ворота. Ну все, хватит с меня, короче. Все, ребят, на этом заканчиваем. Будем искать новую машину. Пишите в комментариях предложение, на чем еще можно повалить. Так что давайте, надеюсь на вас. Всем пока.